Сейчас садитесь поудобней. Закрываем глаза. Делаем глубокий вдох. Выдох. Еще глубокий вдох. Выдох. Полностью расслабьте свое тело. Почувствуй свою кожу, дуновение ветерка, прислушайся к своему дыханию. Если где-то чувствуешь напряжение, расслабь. Сделай глубокий вдох и вдыхай в себя божественную энергию. Золотистого цвета, такой как песочек, оно сыпется, льется на тебя. И ты кружишься в водовороте энергии. Сейчас поблагодари всех своих предков, благодаря которым ты оказался здесь, сейчас, на земле. Поблагодари за их жизненный путь, который они прошли, для того, чтобы и у тебя была возможность проявиться здесь, на земле. Без ожиданий и без оценок. Поблагодари всех своих предков. Их основная цель и основная задача всех этих жизней была лишь в том, чтобы ты оказался здесь и сейчас. Для того, чтобы дать тебе возможность проявиться в этой жизни, на этой планете, в этой стране. Бог любит тебя. Положи руки на грудь. И наполни этой энергией свое сердце. Пусть твоя душа купается в этой божественной любви. И наполняется ей. Сейчас попроси у своей души прощения за то, что так долго не обращала на нее внимания.
за то, что так часто ты не слышишь ее. Хотя она так старается быть услышанной. Сейчас я хочу, чтобы ты попросил своего ангела прийти к тебе. Сейчас попроси своего ангела назвать его имя. Поблагодари его, скажи, что любишь его и благодарна за его подсказки и опыт. Сейчас попроси своего ангела прикоснуться к тебе или как-то обозначить свое присутствие. Поблагодари его. За ту любовь и поддержку, которую он окружал тебя. Сейчас пообещай своему ангелу, что будешь к нему обращаться за помощью и поддержкой. Он любит тебя. Он всегда рядом с тобой. Сейчас поделись с миром той любовью, энергией и уверенностью в себе и тем добром, которым ты наполнился сейчас. Согрей своим лучиком тепла какого-то одного или пятерых, может, десятерых людей, которые тебе очень дороги. Направь на них лучики своего добра, любви, счастья, радости. Пусть у этих людей откроется душа, и каждый из них почувствует твою любовь, любовь Бога. А сейчас сделай глубокий вдох с любовью и благодарностью в этот мир. Когда захочешь, открывай глаза. Теперь пишите, как вам тут хорошо. Плакали, не плакали. Ангелов услышали, не услышали. Почувствовали, не почувствовали. В общем, пишите. У меня к вам, ко всем, очень большая просьба. Я этот эфир сохраню.
И, пожалуйста, напишите комментарии под ним, ладно? Свои инсайты, что понравилось, что не понравилось, с кем разбор понравился больше, понравилась ли медитация, что вы там услышали. Для продвижения это очень важно. Я прям каждого из вас благодарю, кто был на медитации, пожалуйста, по одному комментарию под этим постом, под этим прямым эфиром. Почувствовала ангела, плакала, почувствовала. Комментарий напишите под постом. Я сегодня сейчас его сохраню, эфир. И, пожалуйста, не спите, просто напишите, ладно? Или завтра, ну, лучше сразу напишите, завтра уже не напишите. Хорошо? Потерпите минуту, я эфир сохраню. И туда, пожалуйста, напишите комментарий. Вот прям очень сильно прошу. Можете сюда благодарности писать. Вот то, что комментарии сейчас пишите под этим постом, пожалуйста, напишите, ладно? Все, всем спокойной ночи. Давайте, пока-пока.